9 пара тайквондистов Дагестана участвуют в заключительном сборе национальной сборной России перед чемпионатом мира, который пройдет в Турции. Учебно-тренировочные сборы проходят в населенном пункте Парамоново Московской области. В составе национальной команды 18 спортсменов, в их числе 9 представителей команды Дагестана. Среди них призеры Паралимпийских игр в Токио Даниил Сидоров и Зайнуддин Атаев. Напомним, чемпионат мира в Турции пройдет с 9 по 13 декабря.